вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю салат с крабовыми палочками. Быстрый салат. Несмотря на небольшое количество ингредиентов, салатик получается очень вкусный. На моем канале уже есть 3 рецепта салатов с крабовыми палочками. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Сначала подготовим все необходимые ингредиенты. 3 яйца отварим вкрутую. Яйца очистим. И нарежем на небольшие кубики. Собирать салат я буду в салатнице. 200 грамм крабовых палочек нарезаем на небольшие ломтики. Вот так, не слишком крупно и не мелко. Один большой огурец, он у меня завесил 220 грамм, частично очищаем самые твердые места. И нарезаем на небольшие кубики. Добавляю 200 грамм консервированной кукурузы. Приготовим заправку для салата. Для этого смешиваю 3-4 столовые ложки майонеза. Вместо майонеза можно использовать сметану или греческий йогурт. В майонез выдавливаю 3 зубчика чеснока. И добавляю немного сушеного чеснока. Я всегда люблю использовать и свежий чеснок, и сушеный чеснок. Так получается всегда намного ароматнее. Немного перчу. И солю. Соль, перец по вкусу. И все хорошо перемешиваю. Подготовленным соусом заправляем салат. Все хорошо перемешиваем. Пробуем салат на соль или перец. Если недостаточно, то добавляем еще. Получилось очень-очень вкусно. Наш салат с крабовыми палочками и свежим огурцом готов. Получается он очень вкусный, свежий, легкий. Количество майонеза можно регулировать, также его можно заменить сметаной или греческим йогуртом. Салат можно оставить так в салатнице, можно же его подать порционно. Я буду выкладывать вот в такой формочке, можно же это сделать в стакане, либо в круглой формочке. Если у вас нет вот такой, то точно такую же можно сделать из пластиковой бутылки. Обрезав вот так вот эту часть бутылки, и получится у вас то же самое. Обязательно попробуйте приготовить такой салат, а вам очень понравится. Всем желаю приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить лайк. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.